Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем дальше наш трэш по поводу новой локации Ильдийской верфи. Что у нас есть? У нас есть уже практически все, и мы можем вызывать монстров и пробовать с ними что-то пройти, скажем так. Такс, что у нас есть интересного? У нас уже есть постройки, они сделаны. У нас прокачаны на максимум построечки вот эти все. Ставим башенки. Забор я трогать в принципе не буду. Хотя можно было бы. Может и потрогаем, сейчас его попробуем. Посмотреть, что же будет все-таки дальше. Сейчас я позабираю. Устройки доделаю уже, наверное, заборчик нормальный. И пойдем попробуем пройти с вами волны эти. Ну, конечно, прокачка того не стоит однозначно. На максималку вот этого всего. Так, давайте так немножко поубираем, чтобы они не так прямо бегали к нам. Так, с этого перенесем вот так вот сюда, чтобы они немножко за забором бегали, скажем так. То есть не напрямую бежали. Потом расту надо будет сделать нормальную. Пока что мы знакомимся только. С этим всем делом. Бог стройки, короче. Стройка это мое. Поэтому я у себя не делаю на аккаунте построение, потому что я мало вот это вот все выставляю. Но его надо будет сделать один раз нормально, потому что эти волны интересные. Такс. Короче, что-то такое у нас получилось. Я думаю, нам этого должно хватить, чтобы слиться. Такс, ну что у нас тут есть? Уже кто-то бегал, кто-то пробовал. Мы пока не бегали. Поехали. Есть 5 попыток. 1500 сердечек. Попытка. Поехали. Смотрим. Первая волна пройдена, ребятушки. Можете меня поздравить. Ну, видите, башни однозначно надо качать, так как они дальнего боя. По стражам еще пока непонятно, что кто и как лучше их выставлять, но башни, как видите, реально пока что тащат. Виктории! Вот так вот. Первую прошли. Видите, награда ежедневная есть. Волна 1 пройдена. Поехали дальше. Попытка номер 2.
Поехали посмотрим, что тут у нас второй попытки будет. Ну, по сути, пока это все, ну, очень легко проходится. Давайте на ускорение возьмем немножко. 9 уровня, 10. Ну, окей. Поехали дальше. Третья волна, походу. Кто быстрее пройдет, я так понял. Это вообще таблица так начинается с 11 уровней уже. Интересно, что же все-таки будет дальше. Поскольку волн вы пройдете, столько у вас получается бонусных плюх будет. Вот так вот это все расшифровывается. Ежедневная награда, скажем так, такая у вас будет. Окей, Виктори. Третью мы прошли. Давайте сейчас посмотрим, что там у нас по нашим стражам. Кого мы там делали? А, тут уже ребята качают по полной. Видите, у меня нету сегодня шанса, будут только через час. Так, окей. На каждый аккаунт, то есть все должны принимать в этом участие. В принципе, правильно. Поехали дальше. Следующая волна. Видите, Daily Reward 310 у нас. Поехали, следующий заходик. Четвертая. Ну и больше у нас пока не хватит попыток. Ну, как и у всех. Вот так вот наши стражи включились даже. Так, четвертая. Видите, топ-5 показывает. Ну и поехали, последняя. Пятая попыточка. То есть эта локация влияет на ежедневные награды, скажем так. Ух ты, Атлантище у нас там включился. Нифига себе. Башенки тащите, вы что? Вон у нас, видите, мелкие левела. В принципе, должны, думаю, затащить. Блин, прикольно, смотрите, заморозки там разные, все дела. Итого мы на четвертом месте с 51. Ну, в принципе, это все, знаете, так, все меняется. Больше наград, все, на сегодня, к сожалению, эта награда дается всем, походу, получается. Отлично. Так, что мы имеем здесь? Где наш там магазинище? Это я его спрятал. Шоп. Вот, у меня уже есть 1500 кредитов, да, вот то, что я закинул, 400 миллионов. И 1000 этих я, по идее, могу уже смело себе купить 8 апекс камней. Либо там книги. Вот смотрите, сколько книг стоит. Одна книга, блин, 2800. Да вы гоните. Дешевляете кристаллы покупать. То есть 8 камешков я забрал. Больше я ничего забирать не могу. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Видите, следующий шанс будет дальше у нас. Ну, вот так вот. Такая вот локация. Посмотрим, как оно будет дальше. Ну, в любом случае, это уже хоть что-то, знаете, типа общее для гильдии. Хоть как-то гильдия, потому что битву гильдии реально засрали. Хоть какой-то интерес будет. Ну, опять же, это не все проходят, все принимают участие в прокачке. То есть прокачки этих зверей, скажем так. Вот у меня только через 32 минуты будет следующий шанс.
Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.